Какие операции испанская налоговая считает подозрительными? И каким образом испанская налоговая легко может узнать о наличии ваших счетов в зарубежных банках? Сейчас расскажу. Какие операции с денежными средствами испанская налоговая считает подозрительными? Если вы живете в Испании, либо собираетесь жить в Испании, то эти вещи вам обязательно нужно знать. Во-первых, вы пришли в банк и сняли больше 10 тысяч евро. Эта информация автоматически уходит на проверку в налоговую систему. Второе. Вы пришли в банк или к банкомату и положили одновременно на счет более 3000 евро. Также эта информация автоматически уходит в налоговую Испании. Третье. Периодически поступают какие-то определенные суммы свыше 200 евро. К примеру, вам раз в неделю присылают 300 евро. Эта информация после 3-4 раза также уходит в налоговую. Четвертое. Вы стали счастливым обладателем купюры номиналом в 500 евро. Как только вы пойдете с этой купюрой в банк, налоговая поинтересуется, откуда у вас эта купюра, на каком основании она к вам пришла. В этих случаях обязательно запасайтесь подтверждающими документами о происхождении денежных средств. Очень многие люди, которые работают на удаленке, как они стараются оптимизировать свои налоги? Они просто их не заводят в Испанию. То есть они открывают счета в тех странах, где находится головная компания, на которую они работают. И, соответственно, эта компания пересылает им туда денег. Они берут карточку, живут в Испании и расплачиваются этой карточкой в Испании, думая, что испанская налоговая их не увидит. Испанская налоговая все увидит, но при определенных условиях. Сейчас расскажу. Все очень просто. Вы берете карточку иностранного банка, идете в магазин, покупаете себе еду, одежду, новую сумочку, что угодно. Эта информация не поступает в налоговую Испании. Но как только вы взяли карту и вставили ее в банкомат на территории Испании, все автоматически данные с этой карты, включая страну, банк и номер счета, ушли в испанскую налоговую. И, соответственно, налоговая очень быстро сопоставляет все данные и приходит к вам с уточнением, откуда деньги, на каком основании, где вы их заработали.